Мы выходим с вами на связь из Лос-Анджелеса, где буквально с минуты на минуту начнется 33-й парад памяти Мартина Лютера Кинга. Здесь он называется еще парадом мира и единства. Мы находимся на улице Мартина Лютера Кинга. Но, наверное, в США не найдется ни одного города, где не было бы улицы с таким названием. На фоне нынешней иммиграционной политики тут много говорят сегодня о равенстве и о том, что после некоторых высказываний президента США обострились вопросы расизма. А лозунг сегодняшнего парада «Пусть они катятся вниз, мы идем вверх». Участвуют в параде жители города, которые пройдутся по даунтаун Лос-Анджелеса, где, кстати, проживает большая афроамериканская община, парадом в честь одного из самых почитаемых правозащитников страны. Кинг был пастором в Алабаме, и именно он возглавил крупнейшую акцию протеста чернокожего населения против расовой сегрегации в общественном транспорте в 50-х годах. Произошло это после того, как случился инцидент с чернокожей женщиной, которая отказалась уступать место в общественном транспорте белому мужчине. После этого жители штата Алабама бойкотировали общественный транспорт на 381 день. Невзирая на сопротивление властей и расистов, Мартин Лютер Кинг и его сподвижники добились колоссального успеха в вопросах равенства. Мартин Лютер Кинг стал одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии. Кроме того, огромной популярностью в Америке пользуются и речи Мартина Лютера Кинга. Одна из самых знаменитых его речей – это «У меня есть мечта», в которой он рассказывает о том, что мечтает, чтобы люди, несмотря на их цвет кожи, имели равные права. Сегодня в Америке объявлен государственный выходной, поэтому открыты все музеи и массовые гуляния. Но я напомню, что мы на связи выходим из Лос-Анджелеса, где буквально через несколько минут начнется парад в честь Мартина Лютера Кинга.